Здравствуйте, в студии Сабина Палатова. Предстоящие выходные погода порадует нас настоящим весенним теплом. В дневное время столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Ночью столбики термометров задержатся на отметке плюс 4, плюс 7 тепла. Потепление будет сопровождаться малооблачной погодой. Ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 710 миллиметров ртутного столба. Примите самые теплые поздравления с 1 мая, праздником единства народов Казахстана. Этот яркий первомайский праздник продолжает замечательные традиции нашего многонационального народа, символизируя мир и согласие. Желаем вам здоровья, благополучия и успехов в делах на благо Родины, Республики Казахстан. Начнется следующая неделя с комфортной погоды. Переменная облачность, по большей части без осадков. Температура воздуха снизится до минус 2 градусов ночью. Днем температура воздуха будет держаться на уровне от плюс 13 до плюс 15 градусов. Середина недели тучи немного рассеются, без осадков. Днем потеплеет до 21 градуса, ночью до 4 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 8 метров в секунду. Местами порывы до 10 метров в секунду. Средний показатель атмосферного давления 720 миллиметров ртутного столба. Телекомпания «Пятый канал» желает вам приятного отдыха и хорошего настроения в любую погоду. Оставайтесь с нами на «Пятом».